Равнение на слева. Успехи вы делаете, это очень важно. И дай бог, чтобы из вас выросли достойные спортсмены, во всяком случае здоровые люди Кировской области. Успехов вам, здоровья вам и побед, спортивных побед. Ну да, если можно так сказать, второй год, если называемые традиции. Хотелось бы, чтобы это было традицией, потому что ну, спорт – это сила, и я увидел, что в Кировской земле очень много желающих кататься с горок. Это ее можно приравнять там, к синей трассе, то есть международного уровня. И огромное количество желаний. В свое время, когда я в прошлом году начинал учиться на горных курсах, очень много людей высказывало пожелания, здесь каким-то образом не закончится. Ну, поскольку я являюсь председателем общества «Динамо», то на этих правах приняло решение за счет финансирования «Динамо».